Короче, Раб, закончился у меня. 3-1-3. А где в этом? Со мной еще и полковник СВ. Ой, как он мне нужен, ты сейчас будет. Спрашиваешься, не? Я не буду спрашивать, я спрашиваю. У меня машины нет, спрашивай. Да. Не, ну пока я еду, я фрапсить не буду, как я еду, чё тут. Короче, надо еще и Ден набрать. Ген. Ден. Это, Артём, смотри, 3-1-6. Я смотрю, да, 3-1-6. Блин, как он задрал. Слов нет. Он один едет. Помнишь, как сколько его свинков перебанили? Для меня этот просто у меня это пасен этот скин. Сейчас это будет. Стараюсь. Эй, кто-то у тебя какой ранг? 7-й. Это МЗ, да? У него, походу, слышь, у него клево. Он не клево, а сабей. А, у меня нормально. Тёма, последи, пожалуйста. О, кто у меня был пустырь? Война, пошла. А, вы, собственно, кто на это? Температуру Короче, понял? Ушел в слежку, выхожу, тут, короче, турика нету. Захожу, выхожу, такой смотрю, блин, он катается, пацан подъезжает ко мне, думал, а он пишет, я думал бесплатно. Я говорю, берите, только дайте ключи от мотика. А нет, в четвертом. Написано, присаживать тот. А? Ой, я не знал, что так можно удивляться. Видел Лунтика игрока, Артём? А? Лунтика. У него, короче, 40 какой-то там левел, и у него ник Лунтик, прикинь. Я... Что я на Ане, тем более, теперь обиделся? Похитил меня. Так а кто похищал там этого генерала СПД? Да не ВВСника. И что они сделали? Вот сейчас с ними беседуют с ФБРовцы. А где именно? Да не ФБР, СПД. И подождите, если РП, так это не про ГМГ, можно все сделать. Ну глупо было бы давать муку. Ой, блин, ладно. На какого хрена, ну?
Бля, ребят, у меня температура. Бывает. Мураками сидел. Блин. Мутик. Тёма, оператор давай. Тёма, блядь. Оператор давай. Во. Нет. Чё за хуйня, не понял. Тёма, пускай вы мне дадут этот пропуск. Тёма, напиши сейчас, знаешь, на какой номер? Напиши нам номер 67-07. Знаешь, как пропуск. Я шукав не міг знайти сам хотів. Это хто грає? Я граю. Чома. Фігас. Сейчас ЗП будет скоро падать. Почему этот дом продаж? О, я нашел какого-то тут фейка. Денис, Валтер. Наконец-то я вижу РП у нас на сервере, вы серьезно? Тёма, пускай он выйдет, даст мне пропуск. Он игнорит меня. Давай. Хрена. Да. Прошу внутрь. А Алекс Баррингтон, он же был десяткой вроде. Алекс Баррингтон? О, он, знаете, дома был десяткой. Так он недавно его поставили на лидер. Да? Серьезно? Ну так а чего он не лидер? Салон, я не знаю. Блин. Настя, это новая. Да, не знал? Не. А как тут покупали? А, сюда. Да. Тём, Эрик зашёл, слышь? Эрик, выйди с газа стекло, пожалуйста. Окей. Эрик, Мрианты который. Да? Да-да-да, посмотри, какой у него ID.